14 августа в дежурную часть отдела полиции района Макжана Жамабаева поступило телефонное сообщение о том, что 18-летний парень, двигаясь на автомашине марки «Шкода Рапид», совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте. Начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Автомашину перегнали на специализированную стоянку. Водитель трезв.